Дубровский. Глава 1. Краткое содержание. Роман «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина начинается с описания помещика Троекурова, подмявшего под себя всю местную знать. Он живет, не признавая законов, никого не слушает, поступает, как ему нравится. Его соседом по имению был Дубровский Андрей Гаврилович, с которым они дружили с молодости, вместе проходили воинскую службу и не потеряли связи друг с другом. Как-то одновременно они стали вдовцами. У Дубровского остался сын Владимир, а Троекуров воспитывал дочь Машу. Однажды перед охотой между друзьями происходит ссора. Увидев псарню Троекурова, Андрей Гаврилович заметил, что собакам у Троекурова живется намного лучше, чем простым людям. В ответ на такое замечание слуга Троекурова оскорбительно высказался в адрес Дубровского. Оскорбленный он уезжает, а позже в письме Троекурову сообщает, что не желает ничего иметь общего с Троекуровым, пока оскорбивший его слуга не будет наказан. В Кистеневке он узнает, что троекуровские крепостные воруют его лес. Он приказывает выпороть мужиков и отнять у них лошадь. Разгневанный Троекуров начинает строить планы мести и задумывает отобрать у бывшего друга имение. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.